Глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов поздравил жителей Усть-Жигуты со 160-летием города. Ее история началась в 1861 году, когда в те места прибыли переселенцы с Кубани, основавшие станицу под названием Усть-Жигутинская, которая уже в 1975 году была преобразована в город. Усть-Жигуту по праву можно назвать сердцем района. Там сосредоточены его промышленные, культурные и образовательные центры. А еще город славится талантливыми и деятельными людьми. На относительно небольшой территории мирно соседствуют представители разных национальностей и конфессий. Сегодня Усть-Жигута активно развивается во всех направлениях, строятся новые социально значимые объекты, реализуются программы регионального и федерального значения.